С нового учебного года в ИТРАУ в системе технического и профессионального образования станет больше преподавателей новой формации. В области проводят курсы повышения квалификации для представителей учебных заведений. Педагоги и руководители колледжей учатся внедрять новые образовательные программы. Обучение представителей колледжей проводится на базе регионального высшего колледжа. Все тренеры прошли необходимую подготовку и сегодня передают свои знания на местах. Курсы пройдут все среднетехнические заведения области. В первом потоке по 20 педагогов от каждого. Это образовательные программы, высоко зарекомендовавшие себя в странах Европы и Америки, подтвержденные самими работодателями. Многие из них успешно применяются в образовательном процессе в стенах нашего колледжа. Мы планируем и дальше продолжать работу по повышению квалификации преподавателей колледжей Атырауской области. На курсах преподаватели учатся внедрять в образовательный процесс новые программы, разработанные республиканским холдингом «Косыпкор» совместно с зарубежными партнерами. Педагог должен уметь проектировать и выстраивать собственные образовательные модули и владеть механизмами интеграции с другими образовательными программами. Очень много нового, очень много изменений в образовательном процессе. Если раньше мы просто учили и вели контроль, то сейчас на первое место в процессе выходит конечный результат. Программ очень много, и некоторые из них лягут в основу моей работы. Преподавать в новом формате начнут в местных колледжах уже с 1 сентября этого года. Курсы пройдут свыше 100 педагогов. По республике свою квалификацию повысят 2600 человек. В подготовке Гулов Аматай Матенов, АТРАУ, 24КЗ.